В 10 школах автономного округа стартовала работа центров образования технологического, гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», которые войдут в единую федеральную сеть. Данные образовательные площадки разместились в школах городов Салехард и Муравленко, а также сел Белоярск, Котравош, Мужиныда, поселков Тазовский, Красноселькуб, Пурпе и Новый Порт. В Ямальском районе знаковое событие состоялось 23 сентября. Новопортовская школа встречала гостей, представителей органов власти, руководителей организаций села, активистов из числа родителей. Деятельность точек роста направлена на формирование современных компетенций и навыков учащихся. Каждая такая площадка оснащена современным оборудованием и мебелью. Надеемся, что вот этот проект позволит нам изменить содержание образования трех предметов – информатика, технология и ОБЖ. Медиазона, где учащиеся работают с информацией, то есть здесь они получают навык общения, получают навык работы и обработки информации, то есть они могут создавать проекты, защищать проекты, выполнять исследовательскую деятельность. В помещениях центров также оборудованы шахматные гостиные и коворкинг пространства с зонами отдыха. В аудиториях для обучения технологии имеется 3D-оборудование и выставочное пространство для экспозиции творческих работ учащихся.